Ну вы же место не выкупали тут. Не надо мне руками трогать. Дивіться. Вот и сейчас у него стало. Что не угрожайте, пожалуйста. Не надо. Ну, можно эти кругом? Вызовут вас. Можно очень близко. Можно провокация. Какая провокация? Вы просите охрану? Нет. А кто чего стоит? Я просто гуляю. А кто так идите гуляете? Я хочу гулять. А что вы там гуляете? Значит, вы просите охрану? Нет. Да. Я просто гуляю здесь. Вы так молодой, вы там достаете уже. Я пристаю, вы хочу помощь оказать. А не пожалуйста. А охрана что тут делает? А что тут робите охрана? Вы это провоцируете. Что вы провоцируете? В чем заключается провоцирование? В чем? Руки распускаете раз. Какие руки? Вы пойти руки распускаете. Сами идет вас и кто руки? Я до вас пришел записать, что вы тут робите. Я вам вообще дома будьте жестко. Вы человек, можете настаивать, чтобы вас не снимали. В публичном месте все имеют право вас снимать. Ваши будьте готовы. Вот, будь ласка, снимите. Вы не разбираетесь. Вы не разбираетесь. Покажите статью, где написано, что вы имеете право снимать. Я вам объясняю, что если вас... Вы можете дослушать? Покажите мне статью, где написано, что вы меня имеете право снимать без моего согласия. Покажите. Я вам выясню, я покажу с кодексом в кармане. Вы извините, вы сидите, вас снимать не будете. Это гуляю. Да. Я вам рассказываю, в чем разница. Я люблю в 10 утра. Это публичное место. В публичном месте вас можно снимать без вашего мнения. Нет, не имеете права, вы меня снимаете без моего согласия. Не имеете права. К юристу обратитесь. Вот ладно, статья 25. Статья 25. У меня уже документы, я вам зачитаю. Они даже не вас снимают. Вот ладно, тихенько, тихенько. Статья 25. Сейчас вы канаде пропустили. Я попаду сейчас или уже хотите... Вы будете уже в интернете, вы уже будете проиграть. Я имею право отсюда до подачи. Я имею право, полное право. Негласные провокаторы получили. Я люблю прогуливаться здесь около 10 утра.